Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе, и сегодня мы поиграем в игру. Жаль, тебя здесь нет. Это я, ребята. Так, управление. Короче, это игра сделанная, которую сделал YT Алекс ИМ, один из наших подписчиков. Сегодня у него день рождения, с чем мы его поздравляем. Пишите в комментариях, обязательно это делаем. И в честь этого я играю в игру, которую он сделал, где я играю за самого себя. Это очень прикольно, если честно. Жаль, что тебя здесь нет, что-то там написано. Давайте обновим страницу, чтобы посмотреть еще раз на это. Она запускается через браузер. Спасибо за поддержку. Не нужно благодарности, жаль, тебе здесь нет. Я не возможности что-то там. Я не совсем понял. Так, управление стрелками. Бросить коктейль пробел. Выпить сок. Ctrl. А какой именно? Ctrl 2, Ctrl G. Ну ладно, разберемся. Так, давайте. Вот, мы управляем. Это так, вверх стрелка прыгать. Это просто, довольно-таки. Так, Shift это защищаться. Так, бросить коктейль. Ну, бросай коктейль. Алло, бросай коктейль, я тебе сказал. Видимо, пока не надо. Атаковать. Выпить сок, это Ctrl. Видимо, пока нельзя это делать. Парировать. Ctrl, атаковать, парировать. Вот управление. Shift, парировать. Так, короче, пока непонятно. Возможно, объекты меньше ладони или не твердые. Сок добавляет четверти здоровья. Коктейль наносит высокий урон. Это вроде бы тот самый коктейль, который Леха нам давал. О! Что ж, Максимадзе, вот мы и встретились. Да, конечно. Готов начать битву? Еще бы. Дай угадаю. В Cuphead? Cuphead, блин. Ой, он сам говорит еще. Cuphead. А что до этого не говорил? А, ну потому что фразы нет. Блин, прикольно вообще. Так, бросить коктейль. Ой, что-то я... Подсказка. Попробуйте навредить звуковой системе Линдрю Сэма и его гитаре. Не подходите слишком близко. Вау, блин. Блин, это прикольно. Ай, блин. А я забыл, какой кнопкой сок пить. Shift-ом или... Во, Ctrl, Ctrl. Попробуйте парировать или наносить урон атаку. Стакашечка за вас. Ай-яй-яй, как прыгнуть? О, это я что, увернулся, типа, что ли? Иди сюда. Ай, блин. Да, блин. Я застрял. А, нет, я не застрял, по-моему. А как атаковать? Как атаковать? Атаковать, атаковать. А, вот все, разобрались. Только вот, только он меня победил. Я забыл управление. Эй, я просил выбросить коктейль. А, вот так. Прыгай. Что ж ты? А, я понял. Ти, блин, это вообще классно. Да, блин, как уворачиваться? Как уворачиваться? Он очень медленно уходит. Я забыл, какой кнопкой атаковать. Атаковать вроде бы шифтом, насколько я понял. Давай, давай, иди наверх. Ну давай, подходи ближе. О, не попал. Блин. Давай, дай. Капец. Так как атаковать? О, получил по заслугам. Молодец.
Наконец-то получил по заслугам. А как слезть отсюда? Ай! Больно. Дэй. Я вспомнил, откуда звук получения урона у меня. Как достать соседа? 3. Блин, это классно. А, можно предметы назад откидывать. Ну-ка. А, нет, нельзя. Блин. О, не попал, хорошо. Ну-ка, нафиг. Получил по заслугам. Ложки, наверное, можно отбрасывать. Так, не попал, мы увернулись. О! Капец, я просто от этого угораю, если честно. А, интересно, а для Эндрю Сэма тоже такая игра сделана, где Эндрю Сэм играет за самого себя? Или как? Наоборот? Да блин! Ай, блин, заново. Чё, не попал? Блин, а как я... А как я теперь... Ой, а чё интерфейс за... Вышел за... А чё интерфейс... А, интерфейс сюда, в эту сторону такой уходит. Блин, мне походу придется сдохнуть, потому что, блин... Как я колонку не сломав, это самое... Туда пройду. Так, ладно, давайте попробуем еще раз. На нафиг. Не будешь ты у нас играть. Так, подходим к окну. Это... Стакашечку за вас. А, вот так еще он умеет, обалдеть. Да блин, да получи ты уже по заслугам, а? Ой, Shift одновременно и атакует, и сок выпивает. На, еще получи. А как? А почему у него шкалы урона нет? Он вообще сдохнет когда-нибудь, а? Да блин! Че, просто подойти к нему даже нельзя? На, еще раз. Ай, блин. Больно. Сейчас я не совсем понимаю, как победить его. У него вообще здоровье когда-нибудь закончится. На нафиг. Срочно нужны идеи, чтобы добавить в игру это 40%. Нужно добавить еще две фазы битвы. А я его победил или как? Победил, насколько я понимаю. Ну, можно добавить вот третий слот в интерфейсе, для чего даже тоже стоит. Видимо, что-то там будет. Так что, насколько я понимаю, надо... Это самое. Для чего-то его использовать. Там какое-нибудь бросательное оружие дать. Чтобы в самого Эндрю Сэма плюснуть. Давайте еще раз сыграем. Было прикольно. Перезапускаем, короче. Так, еще раз почитаем управление. Управление стрелками. Бросить коктейль, пробел. Выпить сок, Ctrl. А, я Ctrl, что ли? Атаковать, парировать. Защищаться, Shift. Парировать, возможно, объекты меньше ладони или не твердые. Сок добавляет четверть здоровья, коктейль наносит высокий урон. Хорошо, ладно, давайте еще раз его победим. Вообще, войти Алекс и Ем мне давал игру... Это самое. Которая не в браузере, а устанавливается на это. Запускается на Windows.
Но на Windows 10 она почему-то не работает. У меня... Cuphead, блин. Cuphead. У меня лично не работает. Вообще не запускается, просто ничего не происходило. Так, давайте еще раз. Так, все, на... Блин, я не думал, что этот коктейль станет настолько популярным. Стакашечка за вас. Это такой удар странный какой-то. На, зараза. А чё так много-то? Еще давай. Тихо. Да блин, ну-ка. Ты чё, угораешь надо мной? Ты чё, угорнул сейчас надо мной, что ли, а? Я так и не понял, для чего нужно это кресло. Стакашечка за вас. Ты что, обалдел? Стакашки пылятся. На, зараза. Да получай урон, я тебе говорю. Ай, блин. Надо близко не подходить, а то... Да подойди ты ближе, чё ты... Блин, вот этот звук меня вообще забавляет. Предметы, ложку можно назад откидывать, это классно. Ай, блин, ты чё, больно же. Ну, я сломал колонку, давай, хватит уже играть. Стакашечка за вас. Что это за музыка, кстати, играет? Так и не понял я немного. Ай, блин, да близко. Это меня такое чувство, как будто меня присасывает эта штучка туда. В смысле, я же не прикоснул, не коснулась же. Да. Так. Не, справа ты вообще классно сделан. Отойди от него скорее. Так, отходи. Отходи, куда ты идешь-то? Вот ложки можно назад откидывать. Я понял, в чем прикол. Мы скользим на этой поверхности, я так понимаю. Или нет? Блин, вот это вот присасывание к Андрю Сэму уже заколебал меня. Я как-то один раз победил же его. Ну как же ты? Да еб... Стакашечка за вас. Опять я сок выпил, блин. Да это уже задоголебало, блин.
Капец, это жестко прям. Стакашечка за. Да блин, опять! А, да блин, почему меня вправо уносит постоянно? Вниз, 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 вниз! Давай! Да ё-моё, опять меня он убьёт сейчас. Оружие надо получше. Какое-то тут, наверное. Стакашечку за вас. Да это бесит уже, блин. На, еще раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Походу, я сейчас сдох. Фух, ладно. Хватит уже, господи. Такая вот игрушка. Странная, но реально смешная. Было реально смешно. Надеюсь, вы эти AlexEM ее усовершенствует. И мы с вами поиграем в нее еще. Еще раз поздравляем его с днем рождения. Ну а на сегодня все. С вас и Косподписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры, и на группу ВКонтакте. Всем пока!